Ака глаголит Господь, да возвеселится пустыня жаждущая, да возрадуется пустыня, процветет яко крин, и да прозябнет, и вся возвеселятся, и возрадуется пустыня Иорданова, и слава Ливанова дана бысть ей, и честь Кормилова, и люди мои узрят славу Господню, и высоту Божию крепитесь, руки ослабленные, и колено расслабленное утешитеся, и рцыте малодушным мыслью, крепитесь и не бойтесь, все Бог наш суд воздает, той приидет и спасет нас, тогда отверзутся часа слепых, и ушеса глухих услышат, тогда скочит хромый яко лень, и ясен будет язык гугнивых, яко проразися в пустыне вода и дебри в земли жаждущей, и будет безводное в блата, и в жаждущей земли источник воды будет. Тама будет веселье птицы во дворении сиренов и трости и блата. Тама будет путь чистый, путь свят наречется, и не мимо идет тама нечист. Не же будет тама путь нечистый, рассеяние же пойдут по нему и не заблудят. И не будет тама льва, не же от зверей лютых и взыдет нань, не же обрящется тама, но пойдут по нему избавленные и собранные от Господа, и обратятся и придут в Сион с весельем и радостью, и веселье вечное над главой их, хвала и радование и веселье постигнет их, отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Расчистое тайно чтение. Так поглаголен Господь, жаждущие на воду идите, и речи не мать сребра, шедшо купите, и едите и пейте без сребра и цены вино и ток. Вы цените сребро не в хлеб, и труд ваш не в сытость. Послушайте меня и снести благая, и насладиться во благих душа ваша. Внимайте ушина ваша, мои последуйте пути моим. Услышите меня, и жила будет во благих душа ваша. И завещаю вам завет вечен, преподобная Давидова верная, все свидетельства во языцах, дах его князя и повелителя во языцах, все языцы же не видев от тебя призовут тебя, и люди же не познавши тебя к тебе прибегнут, ради Господа твоего и святого Израилева, яко прославив тебя, защити Бога, и внегда вам речи его призовите, егда жаще приближаться вам, достает нечестивые пути твоя, и муж беззаконные советы твоя, и обратитесь ко Господу Богу вашему, и помилованы будете, яко по много стоят грехи ваши. Не судьба совете мое, яко же совете ваше, не же яко же пути ваши, пути мои, благодарен Господь. Но яко же стоит небо от земли, так стоит путь мой от пути ваших, и размышления ваши от мысли моей. Яко же была счастлива дождь, или снег с небеси, и не возвратится оттуда, донде же упоит землю, и родит и прозябнет, и даст и местище мой хлеб снеть. Так будет глагол мой, и же исчезнет из уст моих, и не обратится ко мне тошь. Дон держащий скончать и река скотех, и поспешу быть и мое повеление мое, веселье мое за детей радости научитесь, гора бой в холме скоча, ждущая вас в радости, и вся древица сильная вас лещут ветвями, и вместо драчья взойдет кипарис, вместо же крапивы взойдет мертвина, и будет Господь во имя, и в знамение вечное, и не оскудеет. Пророчество Исаии на чтение. Так оглаголит Господь, почерпите воду с весельем от источник спасения, и речеши в день он, исповедайтесь Господи, и призовите имя Его, возвестите во языце славу Его, помяните якобы несесте имя Его, пойте имя Господне, яко высокое сотвори, возвестите сия по всей земле, радуйтесь и веселитесь, живущие в Сионе. Яко вынесеся святые Израилев посреди Его. Он мил,
Трохимин глас третий, Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся. Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся. Господь защититель живота моего, от кого устрашуся. Господь просвещение мое и Спаситель мой, кого Господь, просвещение мое, и Спаситель мой, кого убоюся. Премудрость. Коринфянам послание святаго апостола Павла чтение. Братия, не хочу вас не видите, яко отцы наши все под облаком выше, и все сквозь море пройдоша, и все в Моисея крестишася во облаце и в море, и все тожде бражно духовное ядоша, и все тожде пиво духовное пиша, и яхубо от духовного последующего камене, камень же бе Христос. Духови Твоему, аллилуйя, 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 глас четвертый, глас Господень на ногах, глас славы возгремел Господь на ногах многих. Премудрость прости, услышим святого Евангелия. Мир тем, и Духом Твоему. От Марка святого Евангелия чтение. Помня, во время оно приди Иисус от Назарета Галилейского и креститеся от Иоанна в Иордане, и обе восходя от воды, видя разводящиеся небеса, и дух яко голубя сходящий нань, и глас бысть с небесе, ты се сын мой возлюбленный, о нем же благоволит. Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Услышь немиря о спасении душ нашей, Господу помолимся. Господи, помилуй. Мир всего мира, благостояние и святой Божией Церкви и соединение после всем храме всем и с верою благоговением и страхом Божиим входящий вонь, Господу помолимся. Еже освятитеся в Адам всем силой и действием, и наитием Святого Духа Господу помолимся. Еже снисходите на воды сиям, очистительному присущной Троице действу, Господу помолимся. Еже даровайтесь им благодать и избавление благословению Иорданову силой и действом, и наитием Святого Духа Господу помолимся. Еже сокрушитесь сатане под ногами нашему вскоре, и разоритесь всякому совету лукавому движимому наны, Господу помолимся. Яко да Господь Бог измет нас от всякого навета и искушения сопротивника, и достойный соделает обещанный благ, Господу помолимся. Еже просветитеся нам просвещением разума и благочестия, наитием Святого Духа, Господу помолимся. Еже не спаслати Господу Богу благословение Иорданова и освятите воды сия, Господу помолимся. Еже быть и в Одессе и освящение дару, грехов избавлению, во исцеление души и тела, и на всякую пользу изрядную, Господу помолимся. Поддержим быть и в Одессе, и приводящей в жизнь вечную, Господу помолимся. Если не видите сей, а
разгнание всяких завета видимых и невидимых враг. Господу помолимся. Воздержащих и немлющих в освящении домов. Господу помолимся. Поддерживай гостей в очищении душ и телец. Всем верою терпящим же и причащающимся от нея. Господу помолимся. Поддержи, сподобитесь нам. Исполнитесь освящение вот всех причащением, невидимых явлением Святаго Духа. Господу помолимся. Но еже услышите Господу Богу глас моления разгрешных. Господу помолимся. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Велись, Господи, чудно дела Твоя, и ни единожды слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись, Господи, чудно дела Твоя, и ни единожды слово довольно будет пению чудес Твоих. Велись, Господи, чудно дела Твоя, и ни единожды слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты бы хотение от несущих Твоя же быть и приведи всяческое, и Твою державу содержишь и тварь, и Твоим промыслом строишь и мир. Ты от четырех стихий, тварь сочинивы, четырьми временных круг лета венчал исти. Тебе трепещет умная вся сила. Тебе поет солнце, тебе славит луна, тебе присутствуют звезды, тебе слушает свет, тебе трепещут бездны, тебе работают источницы, ты простилась и небо, как и кожу, ты утвердилась и землю на водах, ты оградилась и море песком, ты к отдыханию воздуха пролиял исти. Ангельские силы тебе служат, архангельские лица тебе кланяются, многоочитые херувимы, и шестокрылатые серафимы, мокрые стоящие, облетающие, страхом неприступной славы Твоя покрываются. Ты бы Бог, Сын, неописанный, безначальный же и неизглаголенный, пришелся на землю, зрак раба приим, подобие человеческим быв, не потерпелся владыка милосердия ради милости Твоя, зреть от дьявола мучимого рода человеча, но пришелся и спасся нас, исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяние, естество нашего рода освободилось и девственно осветилось и утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тебя, явшегося Ты, бо Бог наш, на земле явился Иси, из человека поживе. Ты, Иорданские, струи осветил Иси, с небесе не послал Святаго Твоего Духа, и главы там огнездящихся змеев сокрушил Иси. Ты, оба человека, любче царю, приди и ныне, и наити Святаго Духа, и освети воду сию. Ты, оба человека, любче царю, приди и ныне, наити Святаго Твоего Духа, и освети воду сию. Ты, оба человека, любче царю, приди и ныне, наити Святаго Твоего Духа, и освети воду сию. И дашь ей благодать избавления, благословение Ордана, сотворение тления источник, освящение дар, грехов разрешение, недугов исцеления, демонов всегубительства, сопротивно силам неприступную, ангельские крепости исполнены, да все почерпающие, причащающиеся, имеют ее к очищению души телес, к исцелению страстей, к освящению домов и ко всякой пользе изрядно. Ты бы, если Бог наш, и животою дух обновил и обетшавший грехом естеству наше. Ты, если Бог наш, водою потопил и приною грех. Ты, если Бог наш, и же море освободил от работы фараонию Моисея род еврейский. Ты бы, если Бог наш, разразил и камень пустыни, и потекоши воды, и потоцы наводнишися, и жаждущие люди твои насытися. Ты, если Бог наш, и же водой огнем применивый или ею Израиля от прелести вала, сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Сам и ныне, Владыка, освети воду сию Духом Твоим Святым. Дашь же всем прикасающимся ею, причащающимся, и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, и помилуй великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и вся Руси, сохрани его под кровом Твоим в мире, покори ему всякого врага и супостата,
даруй все же ко спасению прошение жизнь вечную, да и стихиями, и человеки, и ангелы, видимыми и невидимыми, славится Твое Пресвятое имя с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Все освящение наше, Тебе славу и благодарение, поклонение высылаем с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. О Иордане, крещающийся Тебе, Господи, Божий, и мир просвящает слава.